В предновогодний месяц детское отделение Центральной районной библиотеки проводит творческий конкурс для детей. Задача простая – изготовить из подручных средств символ года – поросенка. Желающих принять участие в творческом конкурсе оказалось так много, что из принесенных работ получилась довольно большая выставка. Завсегдатай библиотеки Татьяна Косенкова уделила большое внимание всем поделкам и призналась, что выбрать лучшую очень сложно, потому что каждая работа достойна особого внимания и награды. Прививает, развивает детей творчески, прививает к творчеству, фантазию развивает. Ну, здорово же. Такие работы все хорошие. Все представленные поросята не похожи друг на друга. Один сделан из картона, другой из спичек, есть из пластика, ниток и даже из макарон. Подобные конкурсы в детской библиотеке организовывают уже не в первый раз, а цели проведения остаются неизменными. Конечно, поддержать творческое начало наших юных читателей, ну и популяризация, конечно, и библиотеки тоже, честно говоря. Конечно, хочется, чтобы люди, а тем более детишки, приходили, брали больше книжек, читали, были более образованы. Лучший новогодний талисман определят уже в конце месяца, а прийти и посмотреть на необычные работы можно до 31 декабря.